Всем привет, с вами Темный Ниндзя и игра Архленд. Если вы играете в эту игру, а не просто, допустим, смотрите, да, вам на почту 9 числа должно было прийти письмо, хотя я вроде заходил 9, но его не было, чуть позже, наверное, прислали. Вот, что нам нужно? Нужно вот по этой вот ссылочке перейти, то есть нажимаете на нее. Вас перекидывает на вот такой вот сайт. Вот на этом сайте вы находите вот такие вот треугольнички, нажимаете, и вам выдается вопрос. Вопрос просто обычный, то есть там, допустим, вот, например, вот этот вопрос, там, с кем из героев вы хотели бы устроить пикник. И 4 варианта на выбор. То есть, как бы, они абсолютно ни на что не влияют. Просто, если вы ответите на все эти вопросы, вы будете участвовать в этом ивенте и получите какую-то награду. Награда нам неизвестна, но, наверное, будет что-то интересное. Надеюсь, кому-то будет полезно. Ну и вот так вот заканчивается это все. Ну давайте вместе с вами нажмем вот что-нибудь такое, да? А то есть это повторно. Все, я понял. То есть надо нажимать что-то другое. Это не совсем понятно, что это. Так, далее. Ввести идентификатор игрока. Так, возвращаемся с вами в игру. Заходим вот сюда на мордочку персонажа, да, и вот он, наш ID. Нажимаем скопировать, возвращаемся на сайт, вставляем, подтверждаем. Ну, вроде как бы должно быть правильно. Да, получено успешно. Так. Понятно, это нам рассказывается, какие мы крутые чувачки с вами. В общем, типа про праздник рассказывается. Так, давайте посмотрим в игре, не пришло ли нам письмо. А, даже так, уже письмо. Так, 5... мечиков для вызова, еда и 50 000. Ну, прикольно, прикольненько. Там вроде бы что-то было написано в письме, что еще помимо этих наград что-то еще должны, хотя может быть это просто так от балды было. Ну, надеюсь, кому-то будет полезно. А с вами был Темный Ниндзя, до новых встреч и пока-пока.